Все, кто плохо у нас стреляет на турнире, мы лично, да, вот так закуем. Два промаха уже заковали, а если третий, то еще батагом. Да, а если четыре, то там уже... Было и светло, и тепло, и без ветра, и было мокро, холодно и с ветром. Ну, то есть опробовали все, что можно. По итогам двух дней у нас определились победители и призеры. Это первое место Кантера. Между прочим, Дуже даже долго не стрелялся. Молодец, поздравляю. Чирчик Сергей! Что ж тебя Сережа перестрелял? А? Интересно стало даже. Сережа Сережа. Первое место в категории Hunter Traditional мужчины занимает Вадим Александров. Проходите на первое место. Прошу. Благодарю всех за то, что оперативно откликнулись, приехали в нынешнее тяжелое время. Кого-то оторвали от фронта, кого-то оторвали от волонтерской деятельности. Все работаем, как говорится, на победу, но не нужно забывать о спорте, об отдыхе и о том, чтобы повышать свой спортивный уровень и мастерство.